Всем привет, июнь месяц, а мы только овец приводим в порядок. А сейчас у нас такие вот когти у мамки. Ну, я, по-моему, показывал уже на видео такие ножницы. Я не пользуюсь этими кусачками, которые овечьи, а вот такие вот показал и не знаю. Со стрелы. На. Как они называются, я не помню. А вон там написано. Ага. Вот так вот. И вот так вот обрезаем. Вот так почистить. Маленько. И по подушке обрезаем. Ты близко очень, Миша. Чуть подальше, чтобы не одни, но копыта в кадре. Чтобы хоть можно было что-то понять, различить. Мамка старая, сейчас посмотрю. Не, зубы у нее вроде все. А то мы стригли уже сколько там, 4 передних зуба нету. Эти все нормальные, вон ту переднюю не надо. Не так не делай, Миш. Потому что будет стираться и будет трескаться ноготь. Перед не обрезай так. Да это нормально. Но у нее ногти еще нормальные. Были, да? Нет, подстрижены. Ты уже и так держишь. Так, ножницы какие хорошие. Эти не очень, те нормальные, да? А да. Это у тебя с AliExpress. Но не очень или что? Сделал ты их, нет? Надо ножницы хорошие, этот потачить. Треугольник точить. Кого точить? Подточить. Я же говорил, оселком поправить их и все. Стригали. Профессионально, Миш, ты и даже ножницы профессионально держишь. О, получается у тебя. В нашей местности профессиональных стригалей вообще нету. Приезжают какие-то такие. Я вам половина этих азиатов спрашивал, и узбеков, и таджиков, всех спрашивал. Да они-то стричь не умеют, половину. Но учить-то все могут. Правильно? Самое главное постричь. А как это делается? Это уже третий вопрос. Чтобы были ухоженные этот, а то у нас профессиональные помощники, правда, с одной рукой были. И вечно некогда, да?
Ну фигня сейчас всех облагородим. Не, бычара ее поймал бык и ударил. У нее, видать, задняя нога, сустав. Слушай, а по поводу копыт, сейчас ему показывал, а по-моему, правильно стрелять? А? Ну вот, допустим, надо чуть-чуть кромку уже снимать, сюда под 45 градусов, нет разве? Ну, немножко вот так вот стачивать. Угу. Да без разницы, даже если он ровно сделает, для нашей местности это нормально. Угу. Они же на улицу все равно не выходят, а там мягко у них. Не, это без разницы. Самое главное, чтобы не было, видел, как ходят, как эти. Как в ковбойских сапогах. У меня баран вообще бегать не мог, представляешь? Там сантиметров по 7, по 8 были копыта. Будет. Так, ладно.